преподавать на школу номер 3 в Уиге Жилья. Занято первое место проведения конкурса сочинений купили, чтобы не было пожара. Мы проводим своеобразный день открытых дверей, приглашаем детей, им это интересно, рассказываем об истории пожарной охраны, ну и показываем то, что у нас есть. Люди могут ознакомиться со всем оборудованием, которое присутствует в современной пожарной охране, потрогать, померить и даже попользоваться.